Похоже, все к тому идет, что вовремя мы не дождемся горячей воды. В теории все должно было закончиться за 5 дней, но теплоэнергетики обратились к городским властям с просьбой о продлении срока на ремонты и гидравлические испытания. Не справляются они, уверяет руководство теплотранспортной компании. И просят 10, а лучше 14 дней вместо 5 на отключение. Вот сегодня мэр Акбулатов заявил журналистам, что в некоторых районах Красноярска действительно горячей воды в субботу не будет.